Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Выбрать телефон не проблема. Но вот в телевизорах я, к сожалению, не разбираюсь. Отнюдь. Ведь у вас дома есть телевизор. Вы его сами купили? Ага, с диагональю 26 дюймов. Но он уже старенький. Думаю, перейти на разрешение 4К. Что такое 4К? Это что-нибудь значит? Вы не в курсе? Да, не стоит вам так сходу заходить в магазин электроники. Боюсь, японской бытовой техники я разбираюсь не лучше Мао с Асией. Застряла в познаниях на Эрисёва. Эрисёва? Сузуно, ты тоже за рубежом училась как Эми? Ты так сказала, японской. Ну да, вроде того. Жили скромно, техники у нас особо не было. Вот я не знаю о современной. Лучше держитесь поближе к Сузуно. Зачем это? А вы подумайте хорошенько, у нее какой бюджет? Помню, она имела наглость заявить о 70 тысячах. Вот именно. Вам нужно поймать одного продавца и сказать ему, что вы покупаете телеки вместе. И если один телевизор стоит 70 тысяч... Да, точно, два нам могут продать с большой скидкой. Благодарю вас, леди Сузуки. Я так рад, что пригласил вас сюда. Возможно, мне даже на телефон денег хватит. Да не за что. Встретимся позже. Да. Слушай, чего ты ему предложила? Эй! Мао, вы давно тут стоите? Да пару секунд. Могу я кое-что спросить? Что? Ты случайно... Васю не втрескалась? Тише, ты чего? Что леди Рика влюбилась в Алсиэля? Да, я ее об этом спросила, она возьми да рухни в обморок. Живо говори, что за вопрос ты ей задал? Да прямо сказал ты часом Васе не того, а этого. Ах ты, сволочь бесчувственная. Ай, задушишь. Пусти, люди же смотрят. Эй, Ася, проводи-ка Рику Сузуки домой, а то мало ли что. Клянусь, я защищу ее. Постой, я к такому еще не готова, и у меня не убрано. Set you to the price.